Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы вместе с вами отправимся в Лондон. Или если на монстряжный лад, то в Лондон. В мире школы Monster High также есть свои знаменитости. Элизабет, королева вампиров, и просто популярная киноактриса. Кэти Нуа, ну конечно же поп-дива. И звездный визажист Пайперин Гаргон. Многие думают, что знаменитостью быть очень легко, но на самом деле это не так. Они много учатся, работают и вообще постоянно под прицелом фотокамер. Поэтому они решили отдохнуть от своих фанов в школе Monster High и отправиться за море, за океан, в какую-то необыкновенную, но все-таки модную страну. Их решение пало на Великобританию, Лондон. Ну только в монструозном мире это Лондон, ужасающе прекрасный город. Вам может показаться, что это бизнес-поездка, но это не так. Этот город полон историй, тайн и, конечно же, невероятных шопингов. Именно за этим девчонки и отправились. Просто отдохнуть и прикупить парочку новых нарядов. И когда Лондон зовет, вы не можете ему отказать. Девчонки находятся в коробочке, которая в принципе нового стандарта. С новыми гранями. Полностью передняя часть является пластиковой, витриной. И мы можем рассмотреть этих красавиц. Эта серия называется Go British in London. Но если перевести, это монстры знаменитости в Лондоне, или еще называют просто монстры в Лондоне. Логотипом этой серии является монстра-машина на фоне монстра-глобуса. Также вверху мы можем видеть штемпели государств. И один из них – Monster High, второй Лондон. Как вы видите, в этом году очень много монстры наши путешествуют. И, в принципе, мне это очень понравилось. Красивые арты девчонок. Они очень такие загадочные получились, мне кажется. Те же арты, но в более увеличенной форме на корешке. И с обратной стороны эти же мордашки, но просто огромные и милые. Внизу идет та информация, которую я вам рассказала, но это американский формат коробки. Что же касается русифицированной, я не знаю, какая она будет или уже есть в продаже, но мне кажется, там будет просто название серии на разных языках, как обычно. Ну что же, а теперь вы готовы узнать, кто же выпустит наших поп-знаменитостей на свободу? Этот сет распаковал Дьюз. Почему, спросите вы? Ну, во-первых, этот сет я брала в большей части из-за того, что здесь была Вайперин. Она является одним из моих любимых, не то чтобы персонажей, но именно куклой. Она мне очень нравится, такая ванильная девочка. И именно из-за нее, поскольку Дьюз является ее кузеном, он и распаковал этот сет. Открепив кукол от задней части коробочки, я могу вам ее подробнее показать и рассказать. Здесь изображен Биг Бен, Лондонский мост, а вот эти красные линии символизируют флаг Великобритании. Здесь находится небольшой картонный чемоданчик, знаменитые таксофоны Лондона, также вы можете здесь увидеть. А теперь перейдем к обзору этих красавиц. Мне очень понравился этот сет, но в нем есть один минус. С ним мало идут аксессуаров и даже не идут подставки с расческой. Поэтому на подставках, которых стоят девочки, позаимствованы у других кукол. Начну я с Вайперин, потому что она является моей любимицей. В самом начале на промофото не было видно ее змей. И все были в ужасе, в шоке, даже не знаю, как это назвать. Как это Вайперин без змей? Но на самом деле их просто там забыли дорисовать. Или это были просто какие-то непонятные промофото. Но на самом деле змеи, которые находятся внизу, то есть идут с затылка и не снимаются, оставили. А вот ободок, который является у Вайперин из серии «Страх камера мотор», убрали. Плюс это или минус решать вам. Поскольку у меня есть и одна, и вторая Вайперин, для меня это не является каким-то таким вот ужасным недостатком этой куклы, поскольку что-то новое всегда я приветствую у кукол. Цветовая гамма этих змей, нежно-розовая, так и сохранена.
Что касается волос, прошивка у новой Вейтелин немножко хуже, нежели у Страх Камера Мотор. И волосы короче, то есть по сути волос поменьше. Розовые пряди у Страх Камера Мотор присутствуют только спереди, и они закручены. Мне этим очень она понравилась, но эти закрученные прядки не всегда удобны, потому что волоски выбиваются из закрученных прядей. Остальные же волосы, в принципе, прямые и только на концах слегка завиты. У новой Вейтелин розовые пряди просто покрывают верх головы. Имеется небольшой пробор спереди, прямой. Если мы приподнимем волосики, то также найдем розовые пряди из-под низу. Но сами волосы прямые, достигают бедер. Теперь глянем на их макияж. И здесь мне понравилось, что все-таки он другой. Но вот эта интересная разрисовка на лбу сохранена полностью идентично. Бровки также полностью идентичны. Реснички присутствуют как на верхнем, так и на нижнем веке, как у той, так и у другой куколки. А вот макияж немножко отличается. У Страх Камера Мотор серые и бело-перламутровые тени. У новой же Вейтелин темно-синие и темно-коричневые тени. А под самыми бровками также присутствуют белые перламутровые. Помада нежно-розовая, как и у той, так и у другой, но разный тон. У Страх Камера Мотор мне очень похожа на тот тон, который являются ее розовые пряди. А вот у новой Вейтелин помада ярче. Клычки присутствуют, но более ярко нарисованы у моей Страх Камера Мотор. Здесь же они не такие яркие. У Вейтелин из серии Страх Камера Мотор нет сережек в ушах. А у новенькой очень красивые сережки. Синего цвета в виде черепка с бантиком, но внутри означающие мир. Тон кожи, полностью ее чешуя и пальчики сохранены, то есть ручки не жестовые. Что касается ее наряда, мне он очень понравился. Особенно верхний топ на тонких розовых бретельках из атласа. Выполнен в полоску красно-голубую, синюю, бежевую, розовую и персикового цвета. Топ расстегивается легко на липучке. Что касается юбочки, она стрейчевая, в обтяжечку. Цветовая гамма бело-малиново-синяя, но, как вы видите, принт в виде флага Великобритании. На ней нет никаких застежек, она просто натягивается. Под стать сережкам обута она в синие ботильончики. Если посмотрим на Страх Камера Мотор обувь, то здесь розовые высокие сапоги Ботфорты. Они мне тогда очень понравились. Но ботильончики мне тоже очень понравились. Здесь присутствует тиснение змей, высокая платформа и другие рельефные тиснения. На подошве нет никаких тиснений. Я думаю, что эту обувь Вейтелин покупала вместе с сумкой, потому что сумка очень подходит этим ботильонам. Синего цвета с тиснениями змей с одной стороны, а с другой просто рельефное тиснение. Она огромная и туда что-то можно положить. Ну и напоследок глянем на их очки. Они идентичны, но только у новой, мне кажется, более ярко-розовый. У Страх Камера Мотор более приглушенный. А так они действительно идентичны. Это, наверное, как очки Дьюса. У него их буквально несколько видов, и они повторяются из серии в серию. Меняется только цветовая гамма. Вторая куколка, которая мне здесь также очень понравилась, это Элизабет, наша королева. И здесь она выполнена ничем не хуже Страх Камера Мотор. Давайте посмотрим для начала на ее волосы. Волосы Элизабет из серии Страх Камера Мотор у моей жирные, поэтому я немного расстроена этой куколкой. Но прошивка довольно-таки хорошая, они довольно-таки также и длинные. Присутствуют черные и фиолетовые пряди. Волосы просто распущены и прямая, слегка уложена челка. Но если мы глянем на эту Элизабет, она здесь более нежная. Волос много. Показать вам прошивку особо не могу из-за ее прически. Как вы видите, у нее отсутствует челка, а передние пряди просто собраны по бокам, небольшой хвостик, а потом завязаны в большой основной хвост. Остальная часть волос вверху приподнята. Приподнята с помощью поролона. Поэтому из-за этого поролона я и не могу показать вам, насколько здесь хорошая прошивка. Но судя по тому, что хвост толстый, прошивка хорошая. Волосы у этой куколки подрезаны неровно. То есть, мне кажется, если их распустить, будет не очень красиво. Но цветовая гамма волос также соблюдена, как и у Страх Камера Мотор. Дополняет эту причесочку красивый красный ободочек с бантиком. По бокам есть тиснение крылышек летучей мышки. Глянем на их мордашки.
Мордашка новой Элизабет мне нравится больше, то есть мне нравится она без челки и с новым макияжем. В строках Мирамотор присутствуют сиреневые, фиолетовые тени и губная помада. Что касается новой, здесь уже сделали фиолетовые, розовые тени и малиновая помада. Обратите внимание, что клычки у строка Мирамотор идут вместе с зубками прорисованы. У новой же только клычки. Мне больше нравится, когда просто клычки прорисованы, без передних зубов. Одеты они, как ни удивительно, но совершенно по-разному, то есть даже нельзя сообразить, что это стиль Элизабет. Единственное, немножко где-то напоминает цветовая гамма, что да, это все-таки ее стиль. У обоих присутствует сиреневый цвет, но разного оттенка. У этой куколки мне очень понравилось хлопчатобумажное коротенькое платьице без рукавов, выполнена в шотландском стиле, то есть клеточку. Клеточка малиновым цветом имеет потеки крови. Также присутствуют полосы черного цвета, а сама основа фиолетового цвета. Вверху красуется красная ткань рюшечкой, которая является как бы дополнением и украшением этого платья. Как будто есть пуговки, но это маленькие красные заклепочки. И на талии присутствует красный атласный пояс с бантиком. И он, между прочим, пришит к платью. Но для того, чтобы снять платьице, нужно развязать поясок, потому что он покрывает ту часть, где есть липучка. Также на некоторых участках платья присутствует и малиновое сердечко вампира. Мне очень понравилась обувь этой красавицы. Она действительно знала, куда едет. В Лондоне очень часто идут дожди и туманная погода. Поэтому одела она резиновые сиреневые сапоги с тиснением черепка школы Monster High с бантиком, окрашенным белым цветом. Очень красивая рифленая подошва. У каждой из девчонок, как вы поняли, присутствует сумочка. Больше всех мне понравилась сумочка именно Элизабет. Она круглого черного цвета, с обратной стороны тиснение паутины, а спереди, естественно, британский флаг. Ручка выполнена в вампирском стиле, сердце и крылышки летучей мышки. Также она открывается, и туда довольно-таки что-то можно вместить. Внутри есть тиснение паутины и карман. Еще одна такая небольшая деталь этой куколки. Если вы помните, у Элизабет из серии «Страх камера мотор» жестовые пальчики, у этой обычные. Ну а теперь перейдем к поп-диве Кэти Нуа. Мне она очень понравилась, правда. Она является такой необыкновенной кошечкой, потому что она черная и присутствует розовая цветовая гамма волос. Она не является моей любимой кошечкой, все-таки больше я предпочитаю Тореля и Кэтрин. Но эта кошечка также имеет своих фанатов. Если мы посмотрим на двух предыдущих кошечек, мы сможем их сравнить. Больше всех, конечно же, мне нравится самая первая кошечка, которая идет с микрофоном в шикарном наряде. Но считаю, что именно этой кошечке больше идет челка. То есть прическа мне нравится все-таки у нового семейства. Что касается новой кошечки, прошивка у нее средняя, но пышнота волос не показывает, что их мало. Они довольно-таки средней длины, как для куклы, достигают талии, а концы закручены. Как вы видите, этой кошечке добавили черную прядку спереди. И вместе с розовой прядкой она собрана на бок маленьких хвостиков. У этой куколки нет украшений в ушах. Если мы посмотрим на макияж всех трех девочек, мы увидим, что у первой самый яркий, самый праздничный макияж, так как она выступает. Здесь есть и глиттер, и серебристые тени. Другая же очень похожа на первый вариант, но просто без глиттера, без блесточек. Что касается этой кошечки, ей добавили уже и серые тени, и розовые на нижнем веке. Также у нее самая ярко-малиновая помада. У нового семестра нежно-розовая, а у 13 желаний, я все-таки ее больше отношу к этой серии, она просто самая темно-розовая. Но наряд мне ее очень нравится. Я люблю такие нарядные платья, как у 13 желаний Кэтрин, и все-таки больше такие повседневные, нежели как у нового семестра. Мне миленький наряд, мне нравится туничка, леггинсы, но платьице флагом Великобритании мне понравилось больше. Она идет без рукавов, и фон все-таки сиреневого цвета. И обратите внимание, что красные линии идут как потресканное стекло в стиле Кэти. Не могли также создатели этой куколки и обойтись без номера 13. Он присутствует на малиновом поясе серебристым цветом. На левой ручке присутствует красивый малиновый браслет. А теперь неприятная деталь.
ее аутфита, которая меня действительно расстроила. Все девочки абсолютно с новыми аксессуарами, а вот Кэти обидели, мне кажется, потому что у нее такие же сапожки, как у Скарлетт из серии I Love Fashion. Обратите внимание, они идентичны. Подошва серебристая, сами белые. Единственное, что замочек с внутренней стороны у Скары окрашен серебристым, а у Кэти нет. Ну хотя бы цветовую гамму поменять можно было. Ну и напоследок ее чемоданчик. Он просто огромный. Малинового цвета, выполнен с небольшим тиснением, почему-то узором Клодин, таким леопардовым. Я привыкла, что обычно это у Клодин такой узор. Впереди белый черепок школы Monster High. Обратите внимание, что ручка в виде скелета рыбки. И сверху также есть два черепка. Он легко открывается, и туда действительно можно что-то положить. Также тиснение паутины и кармашка. Ну что же, вот и подошло мое видео к концу. Мне действительно понравился этот сет. Несмотря на то, что здесь не идут подставки, и обувь Кэти идентична Скаре. Я думаю, это все-таки можно упустить, потому что девчонки вышли очень милыми. Ну а если они вам все-таки не понравились, или вам вообще не нравятся монстряшки, смело проходите мимо, выбирайте желаемую куколку, которая, я надеюсь, у вас очень скоро появится. Также хорошего вам настроения, удачи, почаще улыбаться и до скорого! И у нас это в роду. За то, как звезды светим, мы всегда на виду. Пою, не бойся ярче ты себя показать. Будь смелый и веселый, зануд, пора пугать. Часы уж бьют 13, но не спеши пугаться. Проблемы монстров ерунда, ведь выручат друзья всегда. Знаю точно, этой ночью страх уйдет. Ужасным криком, но свободы нас с тобою унесет. Так классно быть дикой, бояться можно, но осторожно. Ты здесь, за право пугать, борись. Школа это жизнь, где монстров учат нас. Monster High это высший класс. Just now.